Раньше мне приходилось вставать по 4-5 раз за ночь, чтобы сходить в туалет. Естественно, это нарушало мой сон. И из-за этого я все время чувствовала себя уставшей. И днем я также сталкивалась с проблемами, потому что принимала сильнодействующие медицинские препараты. Но сильно выраженного эффекта это не имело. Это работало примерно на 50-60%. И однажды мне рассказали об этом. И тогда все изменилось. Симптомы начали уменьшаться. Улучшился контроль над мочевым пузырем во время сокращений. И теперь я чувствую себя гораздо лучше. Улучшения все еще продолжаются с нарастающим эффектом на протяжении последних нескольких недель. Теперь мне иногда вовсе не приходится вставать по ночам. И это потрясающе. Знаете, я просто сидела на этом кресле и читала книгу. И мне понравилось это. У меня всегда с собой есть какая-то книга. Мне очень понравилось. Обычно, когда приходишь в кабинет гинеколога, вас просят раздеться. Но в этот раз я просто сидела в своей одежде и читала.